Глава региона Олег Кожемяка посетил Приморский краевой онкологический диспансер, которому в этом году исполняется 75 лет. Это крупнейший в крае центр, где онкологическим больным оказывают современную хирургическую и комбинированную помощь высококлассные специалисты, в том числе медицинские физики. Требует пристального внимания врачей. Именно. Почему они высвечиваются? Они высвечиваются, потому что там идет аномальное накопление радиофармпрепарата. Ежегодно в хирургическом отделении, оснащенном высокотехнологичным оборудованием, получают лечение около 2500 больных со злокачественными новообразованиями. Глава региона осмотрел отделение, познакомился с возможностями оборудования, пообщался со специалистами и пациентами диспансера. Тут высокий профессионализм этих людей. Вот мне бы хотелось, чтобы вы отметили их всех. Олег Кожемяка поздравил руководителя и сотрудников диспансера с юбилеем учреждения, поблагодарил за труд и вручил благодарственные письма за профессионализм и вклад в развитие здравоохранения Приморского края. Я искренне вас хочу поблагодарить за работу, вручить приветственную надпись Кирилла Чваб в связи с 75-летием. Диспансер будет расширяться. В ближайшие несколько лет здесь появятся новые корпуса с скрытыми переходами, которые объединят здания в единый комплекс центра. Также Олег Кожемяка поручил проработать вопросы, с которыми к губернатору в ходе встречи обратились сотрудники и пациенты. Установку парковки и создание дополнительных автобусных маршрутов до онкодиспансера.